Друзья, сегодняшний ролик начну со слов, то, что мне действительно повезло, что среди тысяч ребят, которые снимают про компьютеры, именно нашему каналу было суждено стать таким большим и таким дружным, таким народным, который вы его знаете, ну, таким, каким вы его знаете сейчас, друзья. Я этот момент безумно ценю, и на самом деле вот 600 тысяч подписчиков и возможность показывать людям, рассказывать свою компьютерную историю, это большое благо. Этим благом нужно грамотно управлять. Огромное количество сообщений я получаю буквально каждый день от многих ребят, которые пытаются рассказать свою историю, пытаются что-то донести. Кто-то пытается просто, так сказать, чтобы его услышали. Кто-то хочет какую-то рекламу. У кого-то ситуация сложная, у кого-то не очень. В общем, очень много неоднозначных сообщений, которые... Часть которых я могу заметить, часть которых я абсолютно не замечаю. И вот среди сотен историй иногда удается вырывать некоторые, которые действительно заслуживают внимания. И поскольку заслуга в том, что огромное количество людей нас смотрит, она общая. Это и мои усилия, усилия команды, усилия непосредственно вас, друзья. И сам факт то, что мы теперь с вами можем изменять чью-то судьбу, это, конечно, очень круто. И сегодняшним роликом я хочу просто изменить судьбу одного молодого человека. Контакты его будут в описании под роликом. Кто захочет, тот поможет. Кто не захочет, просто будет знать, что такие люди бывают. Это тот момент, когда нужно действительно... задуматься, понять то, что вы имеете, зачастую это мечта для кого-то, и он, в принципе, это иметь не может. В данном ролике, в прямом смысле слова, вот что вам вызывает словосочетание «сборка компьютера»? Наверняка для кого-то это сразу представление, ну, вот как вы там кабелечки укладываете, вставляете видеокарту в материнскую плату, и вы эту картину себе в голове представляете. А что, если я вам скажу то, что сегодняшний герой делает сборку компьютера полностью ногами? То есть он целиком, не имея возможности собрать ее руками, живет дальше, двигается вперед, и действительно, вот он мне написал, я чувствую, что это нужный момент показать, поэтому сегодняшний герой от начала до конца, я хочу, чтобы вы... У него, по-моему, около 100 подписчиков всего на YouTube-канале, и мне кажется, вот такие ребята, они действительно заслуживают гораздо большей поддержки, чем они имеют. И я надеюсь, что сегодняшний ролик изменит судьбу этого мужика, и то, что у него в жизни будет побольше классных, позитивных моментов, и чтобы у него все получилось. Поэтому, друзья, просто посмотрите этот ролик и поймите то, что если вы не сдаетесь, то, в принципе, вам все доступно, даже если это кажется, что это невозможно. Приятного вам, друзья, просмотра и хороших сборок на ваших рабочих столах.
друзья, которого вы сейчас посмотрели, снял сам Антон. Это видео есть на его канале, я просто немножечко его подрезал и выложил на свой, чтобы вы поняли, в чем суть. Самое интересное, что Антон написал не с просьбой, там, показать либо рассказать про его канал, он написал с просьбой, я хочу работать, есть ли у вас какая-то для меня работа. Парень инвалид, живет с пенсионеркой мамой, и денег категорически не хватает. К сожалению, работу какую-то я тоже конкретно сразу не могу предложить человеку. Но если вы захотите ему помочь, я буду только искренне рад. Поэтому просто знайте, что вот такие есть ребята, которые двигаются вперед, собирают компьютеры и вместе с вами пытаются радоваться жизни. Просто цените то, что имеете. Я надеюсь, что... у вас все получится. Все получится так, как получается у ребят, которые зачастую имеют гораздо меньше, чем мы с вами. Спасибо, что посмотрели. До завтра, друзья. Мы сейчас вот с семейством двигаемся уже в Белгород. Вон Настюшка и Анюка. Поэтому завтра уже будем, вернее, с понедельничка уже будем в подвальчике с парнем молодым Сашей собирать, продолжать благотворительные сборочки. Как-то так. Пока-пока.